хорошие гости к бабуле, и деда у них никогда не слушают. Это хорошо. А я тоже сегодня занят важным, добрым делом. Да. Кузя, смотри, какая блестящая красота. Если я не освобожусь от этой красоты, ты меня утащит по лужи. Чтобы его беспокоили, поэтому я написал на тебе. Андрюшка, вот это.